Говорят, что художник-постановщик не женская профессия. И в рамках рубрики «Приглашенный на несколько секунд эксперт» у нас в гостях художник-постановщик Анастасия Иванкова, чтобы опровергнуть этот вздор. Добрый день, дамы и мизогинные бардачи! Вам понадобится скетчап, умение отличать эркер от кронштейна и отсутствие каких-либо других интересов. Анастасия, что вы посоветуете дамам, мечтающим работать в кино? Follow your dream.